Всем привет! У меня кипит работа. Хороший урожай томатов, а я обожаю томатный сок. Поэтому в этом году делаю томатный сок. Вот томаты намытые, режутся. Вот также мытые томаты. Соковыжималка «Журавинка» еще с советских времен у родителей сохранилась в рабочем состоянии. Стерилизованные баночки, стерилизованные крышечки. Вот на плите закипает томатный сок. Продолжаю работать. Надеюсь, будет вкусно. В общем, работать журавинкой мне не нравится, потому что все равно будет беспорядок, она заляпывается, пол заляпан. Это хорошо, что большое помещение и стол стоит в центре помещения. Сюда льется сок, сюда идет отходы, жмых. И этого жмыха, этих отходов, получается в журавинке гораздо больше, чем сока. И я понимаю, что еще я не могу его вылить, как мусор, что здесь мякоть, что здесь сок. Еще мне надо его процеживать, поработать над ним и еще добыть из этих отходов сок. Соковыжималку я сполоснула. И отдам ее родителям, пусть она возвращается на дачу. К плюсам отнесу только то, что она работает по сей день. То есть ей много-много лет, она неубиваемая, надежная вещь. Соковыжималка показалась мне грязной, я пыталась ее отмыть. На самом деле нет, она чистая. Просто все эти белые пластмассовые детали, они уже окрасились за годы, окрасились разнообразными соками. К минусам отнесу заляпанное помещение, которое надо потом еще долго приводить в порядок. Второй минус. Вот это маленькое отверстие. Сюда помещаются только маленькие помидорки, а крупные помидорки надо нарезать. То есть это добавляет продолжительность работы. И третий большой минус для меня – это вот такой большой объем отходов, жмыха, которого не поднимается рука выкинуть, вылить, над которым я еще должна поработать, процедить и добыть из него сок. Это большой минус. Сок закрутила винтовыми крышечками, поставила на крышечки на одеяло и буду укрывать. Накрытым он будет до остывания, а потом я его отнесу в подвал до зимы. Надеюсь, что получится вкусным. Томатным соком я довольна. Соли я добавляла совсем чуть-чуть. Зимой каждый добавит себе по вкусу. Зимой все пойдет. Густой, вкусный сок. Все, как я хотела. Результатом я довольна. Следующее приготовление томатного сока я буду делать совершенно другим образом. Я уже придумала, хотя соковыжималки у меня нет, а журавинку отдаю родителям. Так что всем пока, до новых встреч!